Приветствую всех любителей смартфонов и гаджетов. Сравниваем мы сегодня два смартфона Samsung Galaxy S10e против iPhone 11. И хоть это оба премиальные смартфоны, но они являлись в свое время младшими в линейке. Samsung и Apple — это самые популярные премиальные смартфоны. Ни Huawei, ни OnePlus, тем более Xiaomi и жалкие попытки корпорации BBK не могут приблизиться к успеху Samsung и Apple в люксовом сегменте. Samsung сейчас дешевле, чем iPhone, но они похожи по очень многим параметрам. Однако ликвидность iPhone будет намного лучше, то есть продать его будет проще и будет больше обновляться именно iPhone 11. Смартфоны изготовлены из металла и стекла. Рамки у Samsung глянцевые, а у iPhone 11 это крашеный матовый алюминий. У Samsung есть 3,5 разъем для наушников, а у iPhone 11 очень большие рамки по сравнению даже с среднебюджетными Android смартфонами. Если мы посмотрим на расположение камер, то у Samsung более красиво расположение камер. Камера расположена прямо в дисплее, аккуратно вырезанный кружок. Однако у iPhone 11 хоть и больше полоска, которая над дисплеем, суть в том, что в этой полоске или в моноброви находится очень много компонентов по разблокировке Face ID. Там есть инфракрасный сканер, поэтому разблокировка по лицу лучше реализована на iPhone. У Samsung же есть боковой сканер отпечатков пальцев, который находится справа наверху. Это очень быстрый, мега быстрый сканер отпечатков пальцев, поэтому тут уже нужно выбрать кому что, сканер или Face ID, но Samsung может разблокировать смартфон и по лицу, хотя это, конечно, не так безопасно, как по сканеру отпечатков пальцев. У этих смартфонов две камеры. Это сверхширокоугольная камера и обычная широкоугольная. Камера iPhone 11 и Samsung Galaxy S10e хоть и имеют по две камеры, но они снимают просто потрясающе. Среднебюджетные смартфоны с четырьмя камерами типа Redmi Note 9s или Honor P40 Lite будут снимать намного хуже, чем Samsung или iPhone. Потому что у этих смартфонов есть еще оптическая стабилизация, камеры у них вообще выполнены очень круто, они будут оставаться крутыми еще несколько лет. Камеры Samsung почти не выбирают, и мне очень нравится блок расположения камер Samsung Galaxy S10e. Он нравится мне намного больше, чем то, что Samsung сделали в Samsung Galaxy S20. Дизайн камеры iPhone 11 очень броский, выделяется среди остальных смартфонов, и вообще камера опять-таки перевернула весь вообще дизайн в этом рынке, потому что теперь многие смартфоны оснащаются квадратным блоком камер. Эта мода пошла именно с iPhone 11. Они, конечно, были не первыми, были разные решения у Huawei, но суть в том, что теперь все производители стараются сделать блок камер именно квадратными, как в iPhone 11. Ну, в iPhone 11, 11 Pro это очень узнаваемые камеры, и они сразу выделяются среди остальных смартфонов. У обоих смартфонов есть ночной режим, и фотографируют iPhone и Samsung примерно одинаково. Качество фотографий очень хорошее. Я не могу выделить здесь лидера по съемке фотографий. Единственное, что в ночном режиме быстрее сохраняет iPhone 11, хотя это не так сильно важно. А вот видеозапись однозначно начинает писать именно iPhone. Это очень важно, потому что Samsung записывает немножко с задержкой. Видеовозможности у этих смартфонов просто отличные, но дело в том, что на Samsung Galaxy S10e видео нужно записывать не больше, чем Full HD 30 кадров в секунду, потому что все те режимы Full HD 60 кадров в секунду, 4K 30 кадров и 4K 60 кадров, они снимают очень плохо, и я не рекомендую снимать видео на Samsung Galaxy S10e в этих режимах. Давайте посмотрим на примеры видео, снятые на эти два смартфона. Съемка при 60 кадров в секунду в этом режиме у Samsung выключено очень много режимов. То есть я уже подхожу к перекрестку, хочу навести и сделать сверхширокоугольную камеру. Этой возможности здесь нет. Все, только одна камера и все. То есть все режимы Samsung работают только в режиме Full HD 30 кадров в секунду. Хорошо, что теперь нет ограничений в видео, потому что раньше на Samsung Note 9 были ограничения даже по времени. Там 10 минут можно было снимать Full HD 60 кадров в секунду. Теперь ограничений по времени нет, но суть в том, что теперь дается только вот один режим, просто съемка, видео и все. Никаких переключений между широкоугольной камерой, какой-то другой камерой, стабилизации. Все работает хуже или не работает вообще в режиме обычной съемки. То есть 60 кадров в секунду, это сделано просто больше, наверное, для галочки. И 4К, все это вот. Вот мы видим небо, то, что Samsung вообще не прорисовывает. Все сделано в Samsung, то есть для галочки, а в реальности не работает. Те же 8К видео, которые могут снимать Samsung S20 Ultra, это все будет опять-таки для маркетинга, потому что в реальной жизни это не профессиональное устройство. В iPhone
можно снимать 4К видео при 60 кадров в секунду, и это видео в дальнейшем можно использовать для профессиональных целей. И многие люди выбирают iPhone именно из-за видеокамеры, потому что видео возможностей айфонов пока еще не превзошел ни один Android смартфон. По сухим цифрам, всего больше в Samsung, больше оперативной памяти, больше базовой памяти, 128 гигабайт против 64 гигабайт у iPhone 11. Но 4 гигабайта оперативной памяти на iPhone нельзя напрямую сравнивать с 6 или 8 гигабайт оперативной памяти в Android, потому что операционные системы работают с оперативной памятью по-разному. 4 гигабайта iPhone вполне хватает. По скорости работы смартфонов тут примерно все одинаково, потому что это очень мощные смартфоны. Где-то iPhone открывает приложение, где-то Samsung открывает приложение быстрее. То есть по мощности это очень мощные смартфоны, но запас мощности все-таки больше у процессора iPhone 11. Если популярное приложение будет открываться одновременно, или там вкладки браузера будут открываться одновременно, то игры будут запускаться быстрее именно на iPhone. У Samsung Galaxy S10e два варианта процессоров. 855 Snapdragon, который продавался в рынках США, Китая и Сингапура. И собственный процессор Samsung Exynos 9820, который продавался в России и Европе. В начале 2019 года Samsung не успели освоить производство 7-нанометрового техпроцесса, поэтому если кто любит играть на смартфоне тяжелые игры, то лучше взять версию Samsung Galaxy S10e на 855 Snapdragon. Я оставлю в описании ссылки на новые смартфоны, которые можно купить с AliExpress на 855 Snapdragon. Но 855 Snapdragon оснащается 7-нанометровым техпроцессом против 8-нанометрового техпроцесса, который установлен в 9820. У iPhone 11 это 7-нанометровый техпроцесс Apple A13, очень быстрый мегамыстрый чип. Архитектура у этого процессора 2 плюс 4, то есть 2 мощных ядра и плюс 4 маломощных ядра. У Samsung же это 2 плюс 2 плюс 4, то есть 2 мощных ядра M4, 2 A75 и 4 маломощных A55. Наш конкретный Samsung оснащен именно процессором Exynos, он изготовлен на 8-нанометровом техпроцессе, а Apple A13 изготовлен на 7-нанометровом техпроцессе. Здесь техпроцесс чем ниже, тем энергопотребление будет лучше. Apple A13 это очень мощный процессор, он мощнее не то что Samsung Galaxy S10e, а он мощнее, чем процессор, который установлен в Samsung Galaxy S20. Процессор A13 в производстве намного дороже, чем процессоры Qualcomm, Kirin или Samsung. Дисплеи в смартфонах разные. На Samsung это 5,8-дюймовый AMOLED дисплей, на iPhone 11 6,1 IPS дисплей. Тут кому что нравится, IPS или AMOLED, но дисплей у Samsung значительно лучше, чем у iPhone. И по разрешению, и по многим параметрам дисплей Samsung великолепный. У iPhone 11 все-таки немножко морально устаревшее разрешение 326 точек на дюйм, потому что многие среднебюджетные Android смартфоны за 15 тысяч рублей оснащаются намного лучше дисплеем, чем iPhone 11. Какого-то дискомфорта при использовании iPhone 11 вообще нет, то есть если бы не знать этих характеристик, то дисплей на самом деле потрясающий у iPhone 11, но по характеристикам, ну лично для меня вообще AMOLED дисплей более выгодный, потому что бесполезная темная тема для 11 iPhone, потому что темная тема на AMOLED дисплеях позволяет сохранить заряд батарейки. Но минусом у самсунговского дисплея есть шим, то что при маленькой яркости дисплей мерцает, и Samsung программно не делает устранение мерцания. Поэтому для глаз более лучше будет, приятнее будет именно IPS-дисплей iPhone 11. Samsung работает на операционной системе Android, iPhone работает на операционной системе iOS. Дело в том, что iOS и Android с каждым обновлением становятся очень похожими друг на друга. Жесты, которые появились впервые на iPhone 10, сейчас уже применяются на практически всех Android-смартфонах. В Samsung S10e тоже с обновлениями пришли уже жесты в управление, это очень удобно. По обновлению могу сказать то, что сейчас Samsung работает на Android 10, а iPhone работает на iOS 13. Но суть в том, что iPhone будет обновляться намного дольше. Это исторически так, iPhone обновляется намного дольше, а Samsung, конечно, обновляется чаще, чем многие производители других Android-смартфонов, но суть в том, что все равно будет дольше поддерживаться именно iPhone. У Android есть очень много разных фишек по оформлению смартфона. Это разные темы, разное расположение иконок. Здесь можно поставить очень классную фишку клонированное приложение. То есть мы можем поставить на смартфон 2 WhatsApp, 2 ВКонтакте, 2 Инстаграма и заходить под разными аккаунтами на одном и том же смартфоне. Это очень удобно.
На Android можно поставить запись звонков, того, чего нет на iPhone. И, конечно же, Always on Display, фирменная фишка, которая отображает информацию на заблокированном дисплее, того, чего мне не хватает на iOS. Но у iOS есть, конечно, свои очень крутые фишки. Это сервисы Apple. Сервисы Apple работают только на смартфонах iPhone, то есть они не работают на Android-смартфонах. И вообще очень много фишек есть у Apple. По приватности и по безопасности iPhone намного опережает Android, потому что сейчас конфиденциальность очень важна для многих людей. Многие люди хранят очень личные приватные информации на смартфонах, поэтому по безопасности и по приватности iPhone дает нам больше возможностей, и каждое приложение будет отдельно спрашивать каждый пунктик использования микрофона, камеры, вообще все эти пункты тщательно можно выбрать и настроить на iPhone. На Android же некоторыми приложениями невозможно пользоваться, пока мы дадим все разрешения этому приложению. То есть какая-то вот отдельная какая-то программка будет спрашивать нам доступ к телефону, к камере, и без этих разрешений он не будет работать. На iPhone такого нет. Оба эти смартфона очень хорошие, они оснащены огромным количеством функций. Здесь есть водозащита IP68. У Samsung есть две физические сим-карты. У iPhone есть eSIM, электронная сим-карта, которая не работает в России. У обоих этих смартфонов есть бесконтактная оплата. Apple Pay, у Samsung Samsung Pay. Суть в том, что мы на Samsung можем поставить и Google Pay, и Samsung Pay. Я предпочитаю пользоваться именно Samsung Pay. У Samsung есть еще карты памяти, то есть если что, мы можем дополнить нашу память. В обоих этих смартфонов есть беспроводные зарядки и, конечно, прикольная функция, которой я не пользуюсь. В итоге могу сказать то, что эти оба смартфона очень хорошие, и каждый из этих смартфонов дает нам очень крутые индивидуальные фишки, кому что, конечно, подойдет. Много фишек у Android, много фишек у iOS. Оба этих смартфона, наверное, стоят своих денег, и по соотношению цена и характеристики и Samsung, и iPhone являются хорошими предложениями на рынке. Но у iPhone большие рамки и дешевый IPS-дисплей. Однако по многим мелочам Samsung выполнит дешевле. Скажем, пластиковый лоток SIM-карт вместо металлического iPhone. Одна светодиодная вспышка на Samsung вместо двух светодиодных вспышек на iPhone. Если сравнивать по престижу, то iPhone 11 это более узнаваемый, более, наверное, статусный телефон, чем Samsung. Однако, если мы хотим компактный смартфон с крутыми характеристиками, то Samsung Galaxy S10, наверное, единственное предложение среди Android смартфонов. Но срок жизни у iPhone будет намного больше, чем у Samsung. Samsung быстро исчезнет из прилавков. Однако, мне кажется, что Samsung S10 больше оправдывает свою цену, чем iPhone 11, потому что iPhone 11 все-таки более дорогой смартфон. Напишите ваше мнение об этих смартфонах или напишите, что я ни в чем не разбираюсь. Спасибо, что смотрели нас. До новых встреч.